Даугавпилсская социальная служба продолжает улучшать качество обслуживания клиентов, в том числе упрощая многие бюрократические процедуры, такие как подача заявлений для получения социальной помощи. Недавно, обобщив данные об оформлении льгот и пособий, социальная служба переработала бланки заявлений. Вместо прежних 36 заявлений теперь созданы 10 удобных бланков, которые покрывают весь прежний спектр социальных запросов и доступны на официальной странице учреждения. В совокупности Даугавпилсская дума предоставляет 8 видов пособий и более 20 видов материальной поддержки различным категориям населения. Для упрощения подачи документов в социальную службу ее сотрудники провели анализ самых часто запросов и объединили их и конкретные группы просителей в обновленные заявления. Например, теперь многодетные семьи могут оформить все полагающиеся им льготы и пособия, подав всего одно заявление, а подавая заявление на статус малоимущего или малообеспеченного, одновременно можно оформить и жилищное пособие. Все это, по мнению руководства социальной службы, позитивно сказывается на уменьшении бюрократической нагрузки как на клиентов, так и на сотрудников, что особенно актуально во время пандемии COVID-19. Социальная служба призывает подавать заявление в электронном виде на почту socd@socd.lv или при помощи услуги ЕСНЕГУМСЕСТАДЫ на портале государственных услуг latvia.lv. Все 10 новых бланков можно найти, кликнув по баннеру на главной странице социальной службы socd.lv. Бланки являются интерактивными, их можно скачать и заполнить на компьютере. Также рядом имеется пошаговое руководство о том, как подать электронное заявление на портал latvia.lv. После обработки заявления сотрудники социальной службы сами свяжутся с клиентом и объяснят, что необходимо делать дальше. Помимо этого, в социальную службу можно обращаться по любому вопросу, связанному со сложной жизненной ситуацией, написав заявление в свободной форме. Консультацию по этим и другим темам можно получить по телефону. Напоминаем, что прием посетителей во всех центрах обслуживания клиентов социальной службы проходит строго по предварительной записи. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.